хватает коптилки. Что за чемодан? Это бывшая сумка от ноутбука, которая превосходно подходит под такие нужды. Тут спички, розжиг, зажигалки, газовая горелка. Ну там и по мелочи. Тут был мангал, коптилка. Здесь на что умещается? Запасной газ, шампура, щепа, опахало, даже дождевик. А где ноутбук? Ноутбука нет. Вот перчаточки, вилочка. Да. Очень удобно. Походно-полевой. Да, взял на плечо. И все с собой. В этом плане, конечно, шикарно, потому что оно, во-первых, сумка жесткость имеет. Ну и с ручкой все это убрано, и не гремит, не вылазит у тебя, никуда не торчит. Классно. Ты подготовился, у тебя гламурные спички. Ну, конечно. Я надеюсь, там не полбанки розы полыхают прям до неба. Да и смесь какая-то с бензиновым выхлопом. Да. Чтобы не быть пожарным и не стоять с бутылкой воды около шашлыка, чтобы он не горел, мы просто подсыпаем соли и кладем шашлык. И нам бутылка воды около мангала не нужна. А он там мужчина с водой пришел? Это я ему отказал. Это чтобы вода сразу становилась соленая. Да. Это я ему отказал. И все, и шашлык, и то, что будет мясо капать с шашлыка, соль будет забирать все это дело, и не будет возгорания. Не будет гореть жир. Да, если будет в одно место очень много капать, может там вспыхнуть, ну опять туда соль подсыпал, и все. Классно. Все работает, проверено. Лайки лайками, а шашлык шашлыком. Дима, твой способ с солью, он классный. Я думаю, надо будет запилить отдельное видео приготовления шашлыка классным способом. На раскаленной соли. На раскаленной соли. Да вообще, вот не нужна вода, она... Ну мы, смотри, вообще не поливали. Пару раз подсыпали соль и все. Туда, где вот много накапало жира, там оно вспыхивает чуть-чуть, сольки подсыпал и все. И при этом мы сидели за столом, вообще не бегали. Все работает. Только так перевернуть, и все работает. Да. Снимаем? Да, давайте снимаем. Кушать. Так, миска нам под шашлык. А мы сейчас вот это освободим. На меня аромат шашлыка такой. Я стою в дыму. Это вкусно. Не часто я завтракаю шашлыком. Я мужикам сказал, что первый раз в жизни завтракаю шашлыком. Пол второго, да? Не часто ты в пол второго завтракаешь. Ну да, учитывая, что встал в 5 утра. Пол второго ты завтракаешь, не часто. Ну как вышло, мы очень долго собирались на берегу. Ну ничего, у нас еще весь день и ночь впереди. На берегу очень долго собирались. Да, почти. Мы привыкли, если мы устанем на воде очень сильно, да, чтобы было сразу же где поспать. И где рухнуть. Да. И там ходили. Вот когда уходит, это скажи. Будет гореть у нас на полночи и прямо вот, можно сказать, до утра. Воу! Шикардос! 12 раз. Потом, правда, Димас, соль. Подожди. У нас продолжается второй день обжирательства. Шашлыка много. Да. Посолить надо. Уголь должен быть соленый. Мы это вчера поняли. Слушай, ну классно. Я вчера просто был удивлен этим способом. Ну, Дим, поработает система-то. Да. Так, сейчас мы, конечно, стали, ветер поменялся немножко. Особенно вот вдоль, да, этого края. Ай, блин.
Ай, жарко как, а? Ну это хорошо. Вот горят прям. Я вот так и сделал. Я сделаю вот так. Будет попроще. Соль работает. Вдоль дырок вот этих там сейчас, много. Сейчас, горит. У вас еще на рыбу-то соль есть, если что? Да есть. Угу. Нам этой соли хватит. 3 килограмма засолить. 3 килограмма это сегодняшних, а вам еще 2 дня. То, что там огонь горит, ты не переживай. Что, подожди, сейчас. Так, так. Не надо будет бегать. Да. Ух, как много угля-то. Карно. Я насыпал побольше, потому что там жарко. Я думал, весь да. Высыпал? Или нет? Что? Уголь. Да, да. Все. Извините. Хорошо. Слушай, еще долго? Ну, смотри. Ну, минут 10, я думаю. Отлично. Максимум. Дайте-ка мне глянуть. Что красиво. Вы что свой этот филейную часть филейную? Поставили? Ну, так, а так нормально про рыбаков, а они про филейную часть. Ну что, кушать-то будем? Ребят, да. Я сегодня 2 километра нашагал. Сегодня, да? Вот, Дима, я ходил рядом с тобой, я тоже, значит, столько же. Я побережу, нет, ты больше красиво, видишь? 17 раз уже ты же хочешь готовить. Красиво всегда. Да. Я делаю красиво. Делай красиво. Я люблю, когда красиво. Дима, леща-то сейчас будем закидывать? Да. Прямо сюда. Да. Как ямку сделаешь? Ну? Нихуя. Или перевернешь? Я потом переверну. А? Ну что, все, мясо давайте есть или еще? Да, да, давайте. Сейчас, не, минутку там. Еще дайте. Минутку, да? Вообще аромат волшебный идет от мяса. Я к тому, что вот где-то там покупал. По запаху или сами делают, говорят, что у нас разбирают сейчас. Так это делают кто-то не просто в магазине, вот как вот знаешь, бывает, заходишь в супермаркет. Маленький магазинчик, да? И прям да. Там разделывают да. Мясо на задворках. И тут же маринуют шашлык, ага. То есть свежего мяса. Это не как в супермаркете, где стоит там вот это мясо тухлое. Они вот сделали ведро, оттуда накладывают на вес. Угу. И в течение дня у них именно уходит. Шикарно. Так. С Днем Победы. Ну давай, с праздником. Ура. У вас какие-то рюмки маленькие, у меня большая. Ну, у нас тут 20 граммулек, 25. Будьте здоровы. Нормально кальвадосик пошел? Блин, прокатил.